Рассказывай сейчас. Знаешь почему? Потому что так, есть экшен, мы куда-то идем. Если мы в аэропорту будем рассказывать, будет скучно. Будет очень хороший экшен. Мы будем сидеть. Нет, засыпать плохой экшен. Смотри, расскажи о своих ощущениях после кебаба. Что тебе понравилось? Мне понравился чай яблочный. Чай был вкусный, а кофе? Кофе сначала кайфово, но когда добрались до Гуччи, ее нам не принесли. Кто? Каштаны, все, без комментариев. Ноготочек, точки. Каштаны, да. Апогей стал донор. Донор, ребята, донор просто жуткий. Просто Гуччи, что? Мы же в Турции. Да, на родине кебаба. А как? Он сухой. Он просто, да, он такое ощущение, вот знаете, он вот длинный, я на себе не буду показывать, вот отсюда, вот до сюда примерно, он действительно очень длинный. И половина из него вот сейчас застряла здесь. Вот так вот. И у меня столько же. Вот. Так что, ну, конечно, поэтому я так примерно, и у меня столько же. В общем, кебабы не ешьте. Все это будет потом в видео. Еще раз, это временные ролики. Я так хочу пить. Это наше вообще? Лимони написано. Все, сейчас будем выяснять, как нам в аэропорт попасть. Да. Давайте, подписывайтесь на канал и лайки там. Наверное, да?